Вот уже третий год в сердце Казахстана Астане открывает свои двери международный кинофестиваль экшн-фильмов «Астана». Три незабываемых дня в окружении режиссеров, продюсеров и актеров мирового масштаба. Допремьерные показы, мастер-классы от ведущих режиссеров, презентации проектов, конкурс сценариев, круглые столы, красная дорожка, встречи звезд с журналистами и фанатами. Гостями фестиваля в 2011 году стали такие звезды, как Стивен Сигал, Мишель Родригес, Арман Тасанте, Майкл Мэдсен, Николай Валуев, Екатерина Стриженова, Марат Башаров, Гоша Куценко, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Асанали Ашимов, Асель Сагатова, Фархат Абдраимов и многие другие. Кинофестиваль «Астана» в который раз обещает стать настоящим праздником для жителей и гостей столицы. Это событие не только объединит поклонников жанра экшен, но станет прекрасным поводом продемонстрировать лучшие стороны молодой столицы Казахстана и ее динамичный рост. «Астана» ждет вас!